Что-то вы грустный какой-то. Что случилось у вас? Я грустный обычный. Лицо такое грустное, нет? Мне показалось, наверное, да? Это вам так кажется. Ну, хорошо. Вы откуда? Из Белгорода. Из Белгорода. Понятно. Как там обстановка? Да нормально. Нормально все. Слушайте, как вы можете прокомментировать то, что российская армия бомбит мирное население Украины? Да, а когда это произошло? Ну, сегодня, например, в Виннице. Ой, я не читал новости. Что там произошло, расскажите. Ну, Краматорск, вокзал. Да там каждый день куда-то. То в многоэтажки попадают, то есть торговые центры. Да, давайте я вот вспомнил по Краматорску. Там же вроде итальянцы доказали, что это точка У была украинская. Или идите вас это не смущает? Не, я не хочу бред слушать. Идите нахуй, фашисты, ебаные. Ну что вы ругаетесь? И что-то сразу меня посылают. Почему? Не могу понять. Вроде начали обсуждать. Парень из Белгорода. Не знаю. Не получается разговор с ребятами из Белгорода. Оба-на. Оба-на, здравствуйте. Слышу вас. Может, поздоровайтесь? Или не стоит? Нет, не стоит. Почему? А что так? А потому что здороваться, что это означает? Вы знаете? Что означает что? Здороваться. Ну, расскажите мне. Желаю здравия. Понятно. Понятно. Так. Ну, а вы думаете... Спокойно, спокойно. Не надо нервничать. Я спокойно. Вы думаете... Спокойно, спокойно. Так, не, руками. Не видишь. Спокойно и переключил. Вообще. Ой, тут они спокойные все. И сразу занервничал. Что-то вот на одну фразу его хватило. И все. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Вы откуда? Да я местный здесь, с района. Местный с района? Оригинально. Молодец. Я лучше. Ты красавчик, конечно. А вы откуда? Вы турок? Откуда я? Вы турок? Я турок. Почему ты так решил? Не, ну вопрос. Ну, у вас тюркские такие... Тюркские. Да, черты тюркские. Лица. Тюркские. Тюркские. Я уйгур. Уйгур? Уйгур. Это как манкурт, только уйгур. Не, манкурт это ты, а я уйгур. Манкурт это точно не я. Вы ошибаетесь. Ну, ты же такое слово к себе применил сейчас. К вам, не ко мне, не путайте. К вам. Ну, не надо перескакивать, давайте. Ну, в смысле? Это я вам говорю, как есть. Ну, как есть. Вот вы манкурт, а я уйгур. Вот в этом вся разница. Пусть так будет. Я только немец. Вы какой манкурт. Немец? Вы манкурт. Вы самый настоящий, манкурт. Обыкновенный вы немец. Манкурт. Да, вы манкурт. Нет, я с немец. С этим мы разобрались. Так что не удалось вам пощеголять модным словом. Куда я? Оно прилетело к вам назад. Я вас не отпускал. Ты знаешь, я сам решаю, с кем разговаривать, с кем не разговаривать, тем более с манкуртами, правильно? Ладно, поцелуй значок, и можешь, и ты свободен, давай. Ты можешь раз. Поцеловать этот значок 25 раз. Поцелуй один раз. Ну, я ну, вам ничего не, нового... Вам не сложно, а мне приятно, Господи. Я ради солидарности. Ничего нового от таких манкуртов, ради как ты, солидарности, поцелуй тебя, не перебивай Господи. Меня, пожалуйста. Ну, ладно. Все, послушай, ну что ты убежал? И опять убежал. И опять... Убежал. Вот, когда идет все не по плану, надо просто слиться. Ну, так иногда бывает, что не по плану. Манкурты. Немец.